Дорогие друзья, с вами Димас, Dungeon Cherry, Angry Panda, Нига, Fishman, Cheetahs, пацаны, поздоровайтесь. Сап. Всем привет. Сегодня мы вспомнили очень крутую рубрику «Выживание на воздушной плите». Кто помнит эту серию, ставьте плюсик в чате, потому что этот ролик выходил 3 года назад. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать на воздушной плите. Расфриживай. Ребята, главное что? Ловить равновесие, бегать по углам. Но вы быстро не бежите к углам. Бежите медленно к углам. Сразу назад, сразу в эту... Так, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. На канале скоро 1 000 000 подписчиков. Давайте добьем уже, потому что я стараюсь и записываю очень крутые, классные режимы. Надеюсь, этот режим вам тоже понравится. Ребята, очень круто получается, мы уже долетаем до самых высоких зданий. Короче, давайте сделаю западло, чтобы вы упали. Нет, не надо. А почему я не падаю? Почему я не падаю? Посерединке шарик. Я, короче, а нет, я буду стоять вот тут на углу, и вы упадете. Ой-ой-ой, я упал! А я провалился! А что это получилось? Это как? А как вы упали, я выжил? Так, я хочу посмотреть, кто остался жив? Это я! Да как? Ты читер, вонючий! Ладно, очень круто получилось, мне реально понравилось. Так что сейчас у нас будет другая выживалка. Пацаны, меняем аниматроников, потому что они все по-разному весят. У них у всех разные способности. Кстати, этот ТП-хается. Этот ТП-хается. Главное что? Брать тот, кто ТП-хается. Так, сейчас я поставлю эту. А можно не брать аниматроников, а человека? Да, можете за человека играть. Но я сразу говорю, ты проиграешь быстрее за человека, чем за аниматроника. Он более легче. А ты в какие-то моменты будешь подлетать. Давайте будем вот здесь выживать. А тут флай вырубили. Так, пацаны, чпонькс. Все, вставайте, я расфрижу. Все взяли аниматроников? Все? Погнали. Начинается второй раунд. Сейчас по-любому начнут больше падать люди. Я надеюсь на это, что будет больше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо тпхаться. А, если тпхаешься, можно провалиться сквозь плиту. Все упали, все упали. Так, ребята, продолжаем. Сейчас я перекрашу, чтобы не надоедало нам. Я перекрашу в другой цвет. Например, у нас есть цвет хромакея. Так что тут можно фантазию приложить и на монтаже такое наложить фишки. Как будто мы на лаве поднимаемся или на корабле воздушном. Так, я сейчас возьму аниматроника тяжелого. Так, 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 например. Вот! Смотрите! Расфриживайте! Кто там? О! Ребята, ну что, третий раунд начинается, выживаем. Я буду сейчас очень грамотно играть, так как хочу выиграть. На центр, на центр. Все на центр, все на центр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пацаны. По кругу начинаем бегать. Ай-яй-яй, подлетаю. Он самый жирный. Я очень грамотно поступаю. Ля-ля-ля-ля. Потому что мой вес решает. Кстати, лайфхак, никогда не подходите на угол, потому что из-за угла можно упасть вниз. Очень внимательно. Красиво, красиво. Мне нравится, как мы выживаем. Я буду к центру ближе держаться. Ну, человек остался. Ой-ой-ой, красивый графончик. Я начинаю падать. Ну, не падаю. Не падаю почему-то. Так, марионетка, я вижу. Марионетка решает сейчас. Так, это кто у нас? Чумной доктор, да, играет за марионетку? Это ты по кругу, да, ли? Гоняешь? А я просто стою и выживаю. Ля-ля-ля-ля. Упал, 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 упал. Дед, я должен тпхнуться, я должен тпхнуться. Читер. Отлично, отлично. Так, какая разница? Что за говно? Я вижу говно. О, я что, до края карты долетел? Ура, ребята. А знаешь, что выжил? А я еще не упал. Я сейчас шарик удалю, и мы будем спускать. А, я удалил, не этот, не то. А мы летим вниз со всей скорости. Так, давайте дальше выживать. Это же круто. Так, давайте сейчас сделаем. Хотите, можете даже кто-то на машине выживать небольшой. Давайте я буду на кресле. О, давай, давай, давай. Так, где наши дубликации? Может эту штуку сохранить в воркшопе? Плита-выживалка назвать ее. Ой. Самодельный режим придумал. Плита. Выживалка-плита, да. Так, я беру аниматроника. Давайте в этот раз возьмем не аниматроника, а Бенди возьмем. Все, полетели. Кто не успел, тот опоздал. А ладно, все нормально, летим вверх, не успел. Что ты?
А я бегу. О, я взял очень медленно, вот скорее всего я проиграю. Буду держаться середины, а когда начну сливаться, буду бежать в одну сторону. Смотрите, как они все дружно бегают. А я просто наблюдаю и веселюсь. Давай, 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 ты сможешь. В эту сторону побежи. Ой. Че, невидимый стал? Блин, шарики. Эй, я что, сейчас один останусь живой? Давай, давай, давай. Я верю в тебя. О, я сейчас упаду еще. Будем тоже немножко пацанам помогать, но буду держаться ближе к центру. Мы сейчас опять до верха поднимемся. Я что, опять остался один? Нет. Один на платформе остался. Ты врешь, я полечу, посмотрю специально. А я в невидимость вошел как-то. А, ну выходи. А я не могу. Я тебя не вижу на платформе. Я вот сейчас чекаю. Да, если выйти из невидимости, я не могу. Два я удалю и посмотрим. И выйдешь с невидимости. А, вот я на земле, оказывается. Ах ты, бля. Ты думаешь, я не проверю? Молодец. Попытка была очень... Зато я последний остался на платформе. Я последний остался. А невидимость. Да, я тоже могу сказать, я выиграл. Я выиграл. Говорит, почему ты выиграл? Я говорю, да я был в невидимости. Гениально. Так, сейчас мы ее покрасим в другой цвет. Сейчас, чтобы было интереснее, я люблю разные цвета яркие. Давайте, например, сделаем ярко-красный. Ой-ой-ой, какой цвет. Аж по глазам бьет. Так, стойте, не начинаем. Не начинаем, я его ближе к земле притулю, чтобы равномерно начали. Я размагничу сам. Берите все аниматроников. Взяли? Взяли. Так, я сейчас выберу, какого я себя буду аниматроником брать. Я возьму себе... О, вот кого я возьму себе. Отлично. Опять жирного взял. Все-все, она двигает. Потихоньку плита вверх идет. Ребята, все в центр. Просто давайте проверим, сможет она реально вверх чисто и лететь. А мы летим на новенькой плите. Ого, что так быстро? Ай. Все-таки же Димус... Нет! Да что за дерьмо? А я не падаю. А, не, я упала. Ой, я... Ух ты. Ладно, это было... А, нет, я упала. А что получилось? Потому что я тяжелый, мы долго поднимались? О, давайте эксперимент сделаем. Берите всех вот этих скраб-бэйби. Получается, фрэк-шоу-бэйби. Мы сейчас возьмем, проверим, будет ли плита подниматься вообще от ее веса. Мне кажется, она будет на месте стоять. Но сейчас мы и проверим. Так, дубликация. Ой, сейчас будет вообще какой-то жир. Все взяли? О, давайте, давайте. Я размагничу сам. Нет, ты взял легкую? Ладно, давай любых уже посмотрим. Даже три штуки будет. Так, расфриживаю. Может сделать платформу золотой? Все равно поднимается. О, давай, в следующий раз будет золотая, да. Что-то я завтыкейшн. Что, нормально, пацаны, выживаем? Может всем по углам стать? Ай. Я упал. Ну что ж ты. А мы выживаем по красоте. Мне нравится. Выживаем. Прикольненько. Очень такой режим, надо именно на скилл, да, здесь? Не, ну можно и пацанов подписать каким-то образом. Че, мы долетели до верха? Нет, еще далеко лететь. Хорошо, давайте буду вас подписывать. Буду стоять на углу, и вы все упадете. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, я не хочу падать первый. Я живой, я живой, я живой. Нет! Я всех подписал. Все, погнал. Это разве золотая? А, да-да-да-да-да. Во, прикольно, кстати, аж этот. Как-то уютно, что ли, стало. Так, пацаны, давайте я сейчас поставлю... О, я на машине буду выживать, чисто для прикола, вот честно. А я потом посру. О, эксперимент, поднимет ли танк? По-моему, взорвёт танк. Погнали, я готов. Так, давайте я просто поставлю прямо по центру. Вы готовы? Так, я так. Давай. Давайте, я буду выживать... Так. Сейчас, за кого буду выживать? NPC, пилпак. А, буду выживать... Кстати, за бабку Гренни. Бабка Гренни. О, танк поднимает! А нет. Не поднимает танк? Давайте я его удалю. Чё, полетело? Ого, кабан. А этого кабана, наверное, тоже, да, не поднимет? Ой. Поднимает, поднимает. Ого, чё так быстро?
Давай, мы нора легкие все. Бабка Грэнни легкая. Пацаны, тут на крыше сходить. Кто хочет, остановка крыша. Знаешь, говорят, что золото довольно легкое. Я буду тпкаться максимально быстро. Так, осторожно, ребята, классно выживаем, мне нравится. Золотая плита. Эй, осторожно, осторожно. Да. Кстати, прикольно так получается. Все хотят выжить, так все бегают. Кто куда? Кто в лес, кто по дрова. А я буду стоять по центру и опять затащу. Зачем я буду суетиться? Пацаны, бегайте. А я буду стоять за папку Грэнни. И просто тихонько выживать. Да мне что-то бьется. Неси, я так старался делал. Эй, бьешь меня. Так. Я уже придумал идею какую-то классную. Но не буду пока спойлерить, потому что другие уже запишут. Мы, кстати, почти долетели, гляньте. Мы что, сейчас получается все остались живы? Или да. Кто-то упал? Я упал. Кто-то упал. А, кто-то упал. Я упал. Раз, два, три. Нет! Что случилось? Почему? Будем выживать на машинах. Я думаю, что это очень интересная тема будет. Так что выбирайте себе маленькие, легкие машины. А я даже если не будет подниматься, я по центру жахну мощный шарик, и оно полетит аж бегом. Ну что, готовьте свои транспортные средства, заезжайте на плиту, я вас всех ожидаю. Так, давайте. Кто-то там мешает, поудаляйте пока тачки свои. Так. Во. Все, заезжаем. А я себе выберу тоже сейчас какую-то машину мощную. Ой. Улитейшн. Так, транспорт. Давайте возьмем с игры... Мафия 2. Тут есть машинка лягусенькая, кстати. Очень легкая машинка. Так, я в нее успею сесть. Я ее по центру поставлю. Так. Че, пацаны, вы готовы? Да, давай. Давай, кто там еще заезжает? Все, заехали? Да, давай. Так, сейчас. Поднимается? Нет, там это. Я сейчас шарик добавлю. Вы стойте, я шарик буду добавлять. Так, воздушный шар. Добавляем силы в 30 тысяч. Идет смещение? Нет. Идет. Все. Сел. Газуй, Димка, не в чувство! Это просто жесть. Пацаны, сейчас будем запускать на плите бомбу мощную. Вы готовы? Я буду как-то. А почему так получилось? Я расфризил плиту, и она сразу взорвалась. Вот это жахнуло. Ого, смотрите, что от плиты осталось. Эй, друзья, с вами Димас, енот, Нига IP, Серега, Данила. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем здорово. Я захожу. Сегодня пацаны посоветовали, чтобы мы записали рубрику «Выживание на воздушной плите». Поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита. И мы взяли очень высокую карту, где Skybox просто находится выше, чем Big City, наверное, в раза два. Да, пацаны? Да. Гораздо больше. Погнали. Общем, сейчас, ребята, выбрал себе аниматроника. Буду, наверное, знаете, кого я брать? Марионетку, потому что это лучший аниматроник. Ну что, полетели. Надо побегать, чтобы плита оторвалась. Там воздух заходит немножко под нее. Отдувает. Во-во-во-во-во, потихоньку. Во, пошло. Ой, а чё так резко? Кто-то тронул? Не, никто не трогал. Все, я понял. Она прилипла, знаете, там немножко жвачку кто-то кинул. Упал, Дима. А кто это? Мы не успели подняться, как уже кто-то. Ой-ой-ой, а кто это? А никто физганом не трогает, не? Не-не-не-не, она сама. Мы все просто на одной стороне. А, я понял, пацаны, как выживать. Надо просто максимально... Ё-моё! Нет, я упал. А я стою. А чё мы умираем енот, так? Енот, а, я выжил тебя. Жесть просто, ты ребята. Ты зачем? Так. Алло, я был на краю. Хорошо. А, нет, это плагин последний выжил. Так, добавили. Ну что, пацаны, вы готовы еще раз? Ну, да, я. Так, сейчас будет жестко. Ну что, тяга побольше. Блин, может, надо было шарик все-таки сделать... меньше тягой. Ну все равно прикольно. Напишите в комментариях, кто же первый проиграет. Да, я обычно, как всегда, выиграю. Расскажи. Легко? Да, мы кружимся, как все получается. Все отлично, отлично. А сколько? Слушай. Ой-ой-ой, осторожно! Двое могут стоять на середине, а трое могут бегать. Один вообще может просто делать центр, один даже игрок. Я стал посередине, кто будет центр ловить?
Я бегаю. Давайте поймаем центр идеально, ему получается все затащим. А нет, я хочу, чтобы вы попадали, буду тогда вас скидывать. Тебя вы не должны выиграть. Уго, мы уже высоко, смотрите, пацаны. Уже как карту это видно. Мне кажется, в Биг Сити уже был бы упор, в принципе, вот-вот. А это только половина, да? В два раза выше, чем Биг Сити. Ну что, Серега, ты упал? Нет, я еще стою, ты стоишь. А, понял. Раскачиваем лодку. Ай, блин, эта лодка меня дамажит. Отлично. Я буду стоять на краю, чтобы вы попадали. Нет, пацаны все-таки потяжелее, чем марионетка, и у них вес решает их не. Ё-моё! Я упал. И кто еще упал? Кто последний? Фокси летит красиво пузом вниз. Не, вот это. Отлично. Нет, все-таки марионетка. А че все на угол встали? А мы не поднимаемся. А че, мы тяжелые получается? Да что за бред? Что такое? Подождите, так и должно быть. Все, пацаны, продумано. Платформа. Стойте, хорошо, давайте я добавлю шарик, хотите? Давай. Получается, когда я эту платформу проектировал, я сделал под одно количество людей. А количество людей увеличилось. И поэтому мы добавляем шарик. Третий. Давайте еще добавлю. Вот так, 4 шара будет. Вы готовы? А тяга какая у них там, Дима? Большая тяга. Тяга здоровенная. Погнали. Тяга. Ого, мы прям в сторону летим. Тяжная. Серега классные песни поет. Так, вы же ведь сильнейший. Так, я взял очень быстрого аниматроника, но при этом она тяжеленная просто. Да, я. Да что такое? Пацаны, я выиграю. Расскажи. Быстрее. Что, опять круги еще будем намазать? Да. Ну. Падаем. Как вы думаете, мы сможем, пацаны, в этой серии долететь до верху карты? Сможем, да? До космоса. Блин, она просто организована, как-то это все делать. Она криво, Дима. Я опять последний. Ух, да, ты последний. Я на шарике прыгаю. Дима, ты последний упал, я тебя убью. Да не надо мне убивать. Надо. Хорошо, давайте я чищу карты. Мы сейчас возьмем еще раз эту построечку, поставим. За что ты меня убил? Я же добрый наполовину. Так ты предпоследний. Ой, Серега, видишь, сработала твоя штука. Оно убивает сразу. Да не убивает. Ты неправильного аниматроника взял. Я сквозь нее провалился. Да что такое? Что мы не можем в этой серии никуда взлететь? Ого, мы так высоко взлетели. Все, вот сейчас мы должны затащить. Ну я точно. Нормально. О, Серега, все. Смотрите, как красиво мы поднимаемся. Ровно летим. Я упал. Ну, Серега, это как так-то? Я сейчас упаду. Быстрее, аниматроник, оживай. Давай, отлично. Ребята, вот это прикольно, сейчас вы хорошо. Ближе к центру держитесь, пацаны, ближе к центру. А я наблюдаю, как вы летите, вы на меня прибыли. Да, вы когда только переклоняетесь, сразу бежите к центру. Ближе к центру. Направо, бегите. Да, Серега, спасибо, что подсказываешь, спасибо. Налево. Так. Бегаем, посмотрим. Направо. Не, я по центру буду стоять специально. От шарика отойдем немножечко. Она строя стала. Там два челика провалились. Я вижу, мы сейчас затащим. А, конец карты? Нет, еще очень высоко. Так, енот. Ну, блин. Кто там еще? Димас остался? Да, мы еще тащим. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд, любой может с нами записать ролик, и можно стать уже спонсором канала и получить классные роли на канале Димас ТВ. Вот сейчас енот, кажется. А, все. Настроя. Падайте. Я попрыгунчик. Сейчас енот упадет первый, потом два. Обойдешься. Не. Все, обошлось. Давайте по центру будем стоять. А, конец карты. Нет, она большая, ты шутишь. Нифига себе, сколько мы уже летим. Давайте посмотрим, я вообще дно увижу. Дно. Конец карты. Так, сейчас будем, пацаны, приземляться. Все живые? Ой, блин, за это у меня немножко лагает. Втроем, да, стоим. Да. А может быть, это битву устроите? Неудобно, вообще нет, уже не видно чего. Мы приземляемся? Вид от первого лица. А, вид спины сзади, да. Вид. Кошка вид сзади, да, получается какая-то. Пацаны, мы падаем или нет? Да. Нет, еще. Стойте. Она сейчас перевернется. Все, перевернулась. Красиво, как смотрите. Эпичный кадр. Кстати, аниматроник тяжелее бомб. Ой, там внизу все взрывается, а я взорвал одну. Ой.
Так, пацаны, сейчас будет еще одно выживание. Только сейчас можно будет брать любого персонажа в Гаррис Монде. Любого, полностью, какого вы хотите. Так, ну что, вы готовы? Зашли? Ну да. О, за шара. За шара, конечно, мне интересно, как он будет выживать. Мне кажется, он первый, да? А сам не укатится и будет выживший. Дима, он как проб числится, чтоб ты понимал. Дим, давай. Он не провалится под пол. Как дела, ребят? Ну что, вы готовы? Да. Так, давайте тоже возьмем себе классного персонажа какого-то офигенного. Давайте, давай. Бери тоже из Fallout гиганта. Сейчас будем вместе. Ты думаешь? Ай-яй-яй, не, давай, я лучше за аниматроника. Нельзя жульничать. Ой. Я буду за аниматроник. Он первый упал. Ай, Плагин, иди в жопу, меня дамажишь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош. Что такое? Что на пацаны пошло не так? Почему оно проваливается? Никто не проваливается. Дима, ты что, упал? Нет, я бегаю за аниматроника еще. Нет! Я последний! Мы с роботом одновременно летим. Робот, как дела у тебя? А вы меня так не... Я очень... Я выиграл, ребята. А чё ты выиграл? Там... Ничья. Нет, я выиграл. А с чего ты взял, что ты выиграл? А инвентарь не вас всех падал. Пошёл отсюда, ты. Так, ну что, пацаны, сейчас будет еще жестче выживание. Нет, пацаны, я буду чужим. Чужим? Я чужой, да, я чужой. Димас чужой, я провалился. Да не, да оно как-то странно. Да я тоже провалился. А почему так просчитывается? Может, из-за персонажа самого зависит? Мы с енотом одни. Я вижу, давайте пацаны посмотрим. Я с енотом. Смотрим, как они выживают. Так, ну что, я ставлю ставки на Сереги. Серега упал. Арбуз упал. Все, я стою. Робот стоит. А как ты, робот, за что ты там держишься? А я просто, все, я выиграл. Пошел отсюда. Я просто shift зажал и все. Все, полетел. Шар самый офигенный. Так, что, шар легко выживается? Да, арбуз это тоже ничего, ну блин. Последнее выживание, но выживание будет непростое. Да, давайте я буду снизу кидать у вас ядерные бомбы. Я сейчас сделаю так, что оно будет подниматься медленно, но я сейчас наставлю бомб много. И кто упадет, будет падать вместе с бомбами. Им будет весело. Нет, давайте что-нибудь быстрее. Такое. Давайте мини-ядерные бомбочки. А давай, может быть, я буду снизу стрелять по платформе. Это с БТРа. А, Дим? Там мы-то, мне кажется, взорвемся или его закрутит сразу. Ну давай, я согласен. Мне долго уговаривать не надо. 3, 2, 1. Во, все, я взял аниматроника, успел. О, смотри, как четко летит. У нас там еще запасная платформа. Сейчас повыше поднимемся. Да все хорошо, все летим, че ты? Стрелять? Да, давай, стреляй. Вот косой. Это ты стреляешь, и мы так переклоняемся? Да. Так ты выравни нас. Так я выравниваю. Давай. А где ты стреляешь? Вижу, стреляешь. Вон, выстрел. Кстати, такого еще раз ни разу выживания не было. Эй, из-за тебя я пропал, ну! Дима упал. Да, ну как-то странно просчитывается. Он еще один упал. Из-за выстрелов, наверное. Мы тут с чемным стоим. Я вижу. Интересно, кто же из вас выиграет? Какой читер? Ставлю на шар. Данил уже упал, а ну свали отсюда. Так проваливается, я не упал. Упал? Шар, давай, я в тебя верю. Шар, нормально, падайте, нормально. Молодец. Только бомбы не взрывайте, пацаны, осторожно. Обязательно. Вы готовы? Шарик взорвался посередине. Ничего страшного. Шарик. Полетели. А, это Димон, ты шо, нечестно? Да что нечестно? Ё-моё, пацаны, извините. Ой, бомбы просрали. Нормально, сейчас сделаю. Я валю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, платформа откинула. Да мне тоже насрать, я в бутыре сижу. Не, пацаны, не пойдет. Все-таки надо платформу с бомбами запустить. Меня подписчики загнобят, скажут. Димас, где бомба с платформами? Пацаны, все, только не мешайте. Сейчас все будет красиво. Да, конечно, да. Мы сейчас отправляем бомбу с платформами. Кто хочет, может на этой платформе полететь. Я не рекомендую этого делать. Кто полетит, потому буду бабахать. Ну, когда полетите. Так, платформа стоит. Бомбу ложу. Ой-ой-ой.
О, мне нравится эта бомба, я с ней. Сейчас я веревочку еще приделаю, чтобы она не отлетела. А нет, она пусть, наверное, лучше падает. Пусть падает. Так, воздушный шар. Чуньк, чуньк, чпоньк, чпоньк. Что, пацаны, полетели? А, понятно, опять не. Бомба тяжелая, бомба тяжелая. А ты привари ее, привари, Дим. Я тут подготовил арсенал, да кто там что взрывает? Ой-ой-ой, это робот ходит своими топотанием. Ты что, мной взорвался, алло? Все, вот сейчас точно бомба взорвется. Давай. Так, веревка, увеличиваем длину. Предел силы. Длину вот такую вот где-то. Отлично, бомба есть. Так, теперь шарики. Чпоньк, 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 чпоньк. Ну что, пацаны, сейчас будет эпик. Давайте еще добавим пару шариков. Вдруг ты собираешься всех шарик стрелять? Пацаны, прощайте. Эпично, эпично. Ой, блин, я не шевельнул случайно. Я не хотел. Адьос. Нормально, Е, пацаны, надо еще раз. Давай, Дима. Ну как дела? Тебе хорошо? Давай по новой, Дима. Все, сейчас я не буду физганом трогать. Блин, ну прикольный ролик же, весело получается. Мне такое нравится. Ну. Так, все. Вот сейчас я не буду бомбу взрывать. Ой, я не буду ничего такого делать, и физганом вообще не буду эту вонючую платформу трогать. Ничего, Дима, мы тебя пощем. Я буду коробкой. О, ты коробкой будешь? Да, я буду коробкой. Отлично, так. Подожди, я даже на бомбу залезу. Я лампа. Я на бомбу хочу залезть. Вот так. Прощайте. Вот. Нет. Я полетел. Все. Я коробка. А, мы живы. Да-да-да, вы живы, ребята. Вы красиво летите, мне нравится. Можете не двигаться, мы просто вперед. Не, Серега, бомба взорвется, пусть долетят до верху. Ой, я дебил. Да давай еще раз. Что ж такое? Ребята, ну что, надо еще раз. Это новый Миша, ладно, я дебил. Давай с нами. Так, я смотрю, ты стреляешь, как раз где бомба лежит, красиво, четко. Косячь. Ничего, 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 Серега. Так, а это же классно, продолжай, to be continued. Ребята, нам мало. Стоим на меня, я же был на бомбе, он стрелял по мне. Так, ну что, давайте. Только сейчас бомба будет другая, мне эта бомба не понравилась, давайте вот эту бомбу лучше. Как вам она? Толстяка решил, Дима. Да, да, да. А почему бы и нет, Серега, если есть возможность? Короче, пусть летят до конца карты. Если что. Дим, а мне кажется, она так не будет работать, мы перевернемся. Не, не будет, потому что я сделал вертикальное удерживание. А, ну прощайте. А я коробка. Пусть, короче, Серега, они ударятся о потолок и умрут. Мы улетели. Да-да, сейчас будет, короче, мега взрыв, а потолок. Не активировали. Не, она взорвется от удара. Там очень много шаров. Очень. Можем отсчитывать время. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. Она уже в атмосфере. Еще выше летит? Да ну ладно, не фиг. Опа, взорвало. Как красиво! Вот заради этого стоило все это делать. Офигеть, аж озарила карту. Еще летит ракета. Ого, кольца. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Мега взрыв. Привет, дорогие друзья, с вами Дима, Стапочник, King of Fire, Фонтан, Dark Dragon, Wasabi, Серега, Move. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Омлетики, омлетики. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно у нас не было рубрики «Выживание на воздушной платформе». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Кто первый упадет, тот лох. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень прикольно. Главное, пацаны, что? Бегать по кругу, правильно. Серега, ты не упал еще? Нет. Нет, ребята, ну пожалуйста, ну не падай, плита вонючая. Упали, уже упали, да? Отлично, отлично, ребята, мы пока места ищем. Мы ее, кстати, толкаем, и получается, мы не то что вверх, мы еще и вперед летим. Все, пока. Я падаю. Я выжил? Говно. Я выжил? Говно. Дима! Дима, я предпоследний упал. Ты выиграл, короче. Ребята, ну что, как всегда, я победитель. Кстати, очень хороший аниматроник, рекомендую его для выживания. Вы готовы еще раз выживать? Да. Давай,
типа мордасом. Давай. Хорошо, мордасник. На тебе, залазьте. Так, я сейчас тоже какого-то возьму опять себе классного аниматроника. Например, мы возьмем... О, вот этого большого... Нет, она медленная, она медленная. Это очень быстрого аниматроника для этой рубрики. Что с этим аниматрониками? Так, хорошо. Давайте тогда возьмем... Марионетку. Нет, нет. Все, вы готовы? Да. Да. Ну что, плита сначала как-то вначале колбасится, а потом потихоньку все-таки летит. Так, отлично. Пацаны, ну что, смотрите, как я прикольно прыгаю. Нормально, нормально. Главное всегда стоять на краю, который вверху. Если это делать, то вы всегда затащите. Главное стоять по центру. Да что вы делаете? Толкай или летись? Дураки. Так, отлично, отлично, ребята. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и угарнуть. Ребята, видели? Это было так близко, я упал. Эта плита как-то очень странно в этот раз летает, но в этом есть, наверное, прикол. Я почему не упал? Не, ничья. Ну что, а кто? Ничья? У меня ничья с кем? Ты кто? Так, хорошо, пацаны. Сейчас, я надеюсь, вы затащите. Вы готовы? Да. А старую, может, удалишь? А где старая? Вон она летает. Да ладно, пусть летает, в следующий раз удалю. Напишите вообще в комментариях, сможем ли мы в этом ролике хоть немножко долететь до верха. Нет. Готовы? Полетели. Поиграй просто за плеер-модельку. Главное, здесь дичь никакой не. Мы не долетим, я говорю. Долетим, пацаны. Долетим. Их, кстати, по центру лучше. Лета вначале как-то не летит, а потом начинает тупо взлетать. Как это работает, я не понимаю. Смотрите, все начинает лететь. Блин, ну мы должны же, да, долететь, да, пацаны, до верха? Нет, мы не долетим. Да почему мы не долетим, если мы долетим? Мы жирные. Да какой жирный? Это ты жирный и вонючий, а мы классные и худые, пахучие. Не, у нас вот жирный вот это, Мария. Нет, я упала. Давайте быстрее, как пацаны выживают. Я последний, я выиграл, Дима. Серега, ты выиграл. А чего этот раз платформа у нас как-то странно летит, вы не заметили? Ты вторую удали, вторую удали тоже. Хорошо, давайте удалим. Как-то платформа в этот раз летит криво, но я сделаю так же самое, как и в тех сериях. Почему? О, я знаю почему, пацаны. Подождите. Это голимый цвет. А у нас одного не хватает на платформу. Надо желтый цвет из-за этого. Я сразу понял. Потому что он обоссанный, да? Ну, не знаю, как забоссанный. Знаешь, что еще надо сделать, ребята, чтобы удержать ее центр? Сейчас удалим там этот шарик, воздушный шар, и мы удлиним ему веревку. Мне кажется, это сработает. Смотрите, делаем по центру. Давай. Ну, давайте проверим. Если моя гипотеза будет права, значит, я красавчик. Желтая, значит, санина. Санина, зубная паста такая есть. Так, хорошо. Поехали. А я бегаю. Видимо, все-таки зарешал вот эту вещь, Дима. Смотри, видишь, потихоньку. Не, все равно падает. Я могу сделать сильнее просто тягу шара. О, кто-то провалился сквозь. Я под тропы. Не, ну это нечестно, Серега, это нечестно. Это не считается. Это нечестно. Так, короче, сейчас следующий раунд, когда мы проиграемся опять, я сделаю шарик центральный с очень большой тягой. Ого. Ты упал, Дим, или нет? Нет, я живой. Я тоже. Проб опять. Я опять проб. Под проб. Ну блин, ну что за. Это аниматроник, Серега голимый. Я? В смысле, кто и кто? Ай, блин, балунбой затащил. Хорошо, я ребята. Помню. Нет, не балунбой, Дима, там еще один челик. Марионетка. Yeah. Это драгон. Хорошо, удаляем. Все, удаляем. А, берем дубликатор. Конечно же, вот так. И сейчас делаем центральный шарик с очень большой скоростью. Мы его удалим. Воздушный шарик. Мы добавим, допустим, он сейчас стоит у нас на 20 сил, и мы ему сделаем, например... 30 тысяч. Давайте 30 тысяч, Серега, я тебя послушаю, думаю, ты фигню никогда не посоветуешь. Вы готовы? Нет. Нас сейчас лепешку раздают, ребята. Да не, Серега, не должно. Я готов смотреть. Так, давайте так взлетим, чтоб центр было. Так. Коньк. Полетели. Какой полетели, еще не расфрижил. Расфризил. Полетели. Ну что, скорость побольше, надеюсь, будет интереснее выживать. А, дамаг наносится. Да? От шариков, да. От шарики могу тебя убить обычно. О, сейчас бы жопа. Не-не-не, пацаны, надо главное, только вы видите, край поднимается, сразу туда бежите. Центр, ближе к центру всегда держитесь, пацаны. Нет, нельзя падать.
Ну нельзя же падать, говорят, нельзя. Ну почему оно падает? Драгон сходу выиграл. Да? Мы одинаково, короче, упали с драгоном. Хорошо. Ребята, делаем еще апгрейд. Но только сейчас я уверен, что у нас все получится. Я сделаю сейчас, знаете что? Дубликатор. Поставим. И мы сейчас, наверное, сделаем воздушный шар. Сейчас, короче, ребята, будет хардкор. Ну, сейчас на увидите. На воздушном шаре ты что, с ума сошел? Не, не на одном, не на одном. На двух? А, на двух. Не, на четырех. Но у этих шаров будет очень большая тяга вверх. Вы готовы? Нет. Нет. Нам хана, ребята. Вы что очкуете? Я так 100 раз сделал. Ну ты так 100 раз не делал. Да ладно, ладно, один раз сделал. Ну что, поехали. Давайте я задубликцирую эту постройку, потому что я уверен, что это получилось что-то очень крутое. Так, дубликат. Отлично. Драгон, ты невидимый, да? Ну что, ребята, вверх, поехали. Круто, круто, круто. Летим, летим, летим. Народ, пока вы, я выиграл. Да как мы в тот раз летали, и все было четко, я не понимаю. Очень круто, Дима. Я выиграл. Не то, да? Накосячил. Не, вообще прикольно. Хорошо. Ребята, делаем теперь что-то эпическое. Делаем большую плиту. О, не надо. Надо, надо. Давайте ее сразу зафризим. Так как плита больше, больше веса. Эти шарики должны гениально сработать. Давай еще 10 шариков поставишь со всех сторон. Вы готовы? Так, ну что, полетели. Знаете, это как раз на кнопочку подписаться. Нажмите, она будет серой. А че она не летит? А мы жирные. Ты шарики поставил? Воздушный шарик. Хорошо. О, полетело. А Дима сошел с платформы. А, не-не-не-не, я сейчас, получается, жирный кабан. Да. Кабан. Ну что, ребята, большая платформа. Должно зарешать, да, пацаны? Нет. А может, это была вот такая большая платформа, а не маленькая? А, я не знаю. Красиво, ребята, красиво. Пока мисс четко. Пока мисс четко. Пацаны, вы аниматроники, вы должны решать сразу вес этой платформы. Ну не хочу падать, ну не хочу падать. Ну, пацаны. Упал, упал. Отлично, отлично. Нет, я живой. Я на платформе. Падай. Давайте, края, края, края. Давайте. Сразу бежите на тот дверь, который перекрашен. Да-да-да, вот так вот. Отлично, ребята, отлично. Держи центра. Все, центра, центра. О, неужели мы сейчас поднимемся на самый верх? Тихо, стойте, стойте. Офигенно. Знаете, можно на этой платформе построить летающий дом. Давайте, 5000 лайков, и мы что-то построим эпично, и поставим шарики, и будем летать по карте. Можно еще ускорители даже, да, прилепить, Серега? Да, прям как, знаешь, в мультфильме вверх. Дом и да, шарики. Да, 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 да. Приходите в край, вы так... Ну, ребят, ну вы сейчас испортите мне не, новый ролик. Мы наоборот выравниваем. Красиво. Серега, ты тащишь, да? Да, 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 вот, я Фоксяныч. Отлично, отлично. Ну, смотри, мы уже почти выше этих двух многоэтажек. Да? О, да, сейчас будет конец карты, сейчас будет конец карты. Не, конец карты еще выше. Конец карты еще выше. Мы наверху. Все? Все? Аэродром, блин. Вот такая вот машина у нас будет, это тест. Мы еще такого никогда не делали в Гаррисводе, решили что-то сделать. Вот такую машину поставим. Вот такую. Не закончится. Ну что, пацаны, вы готовы к полету? Да. Серега, бомбу на Е активировать надо. Все, только аккуратно, не трогайте, отойдите от нее, чтобы она не взорвалась. Я в машину сяду. Садитесь в машину, садитесь. Так, источник света. Ой, какой источник. Так, ну что? Пум, пум. У меня машина загорелась, what the fuck. Пацаны, ну что, мы летим. Еще один шарик удалим, чтобы не так быстро подниматься. Ну пока весь красиво, да, все четко? Да, да. Блин, мне нравится эта платформа. Классно летим. Знаете, что главное, машина не взорвалась. Да-да-да, осторожно, пацаны, бомба у нас мощная. Знаете, какое-то чувство уют. Надо реально какой-то дом построить будет, летающий. Мне кажется, мы на низ. Мы падаем вниз, Дима. Ничего, ничего, пацаны. Это все проверено, зануси. Так. Сбрасываем скорость. Не, мы красиво, ребята, делаем. Я же могу уже контролировать скорость шарами теперь. Ну что, пацаны, я с вами, наверное, буду прощаться. Прощайте. Я буду лететь до конца. Смотрите, ребята, как я шаров добавил, чтобы был сильный удар. Меня выкинул с платформы. Посмотрим, Дима, на них. Да-да-да-да. Эй, платформа, не падай. Ух!
ты! Все, все умерли, да? Нет, я выжил. О боже. Это мгновенная скорость, да? Взорвется? Так да, взорвется. А чё она там не... Она не взрывается, пацаны? Может, не активирует. Ой, красиво! Друзья, с вами Димас, Артём, Мага и Санёк. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем веселиться и поднимать вам настроение. Чпоньк. Чпоньк. Вот это сейчас будет веселье. Давайте попробуем, ребята, до самого высота долететь. До самого, короче, края карты. Давай. Так, давайте перекрасим, потому что мы же, у нас тут веселая серия должна быть. Давайте покрасим. Ставим его максимально посередине. Сейчас, сейчас. Оп. Так, ну что, я расфриживаю. Ребята, вы готовы? Давайте все в центр вставайте. Сейчас. Полетели. Поднимаемся, ребята, видите, мы летим. Давайте все сюда, быстрее, сюда все. Так, так, так. По кругу придется бегать, ребята. Это веселье, начинается, ребята. Я вас спасаю. Быстрее, 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 сюда. Блин, мы должны до верху дотянуть. Ну, быстрее, быстрее. Так. А, я падаю. Нет. Давайте ближаться к центру, держитесь, мы тогда выровняем ее. Давай. К центру пытайтесь. Нет, я обманул, не к центру. А, нет, да, в центр. Все, мы летим, ребята, мы выровняли ее. Нет, не выровняли? Выровняли. Чемпионы. Смотрите, мы уже высоко как поднялись. Нифига себе. Четко, ребята, вот это придумали. Надеюсь, вам нравится такое, мы всегда какую-то ерунду придумываем. А вы ставите нам кучу лайков. Так, царь горы. Саня, ты выпадешь. Хочу сказать, что с аниматрониками такой номер не прокатит. Ой. Что, упал кто-то? Нет, я падаю. Не-не-не, давайте по краям, давайте все по углам встанем. Нет, сейчас упадем. Нет, нормально. О, смотрите, мы уже дома. Что случилось? А что случилось? Я выпал. Мага, ну ты мочишь. Так, нас трое осталось. Двое. Нас двое. Мы должны затащить. Нормально, тащим. Это что, край карты? Да, это конец карты. Так, давайте залазьте. Я сейчас убираю по центру шарики, мы потихоньку спускаемся. Короче, мы затащили. Все, полетели. Вниз потихонечку снижаемся. Ай-яй-яй-яй, что она дергается? Странно очень. Нет, мы сейчас упадем, пацаны. Не, тащим. Я падаю. Я тащу. Я один нет. Я тоже. Блин, что за говно? Мы сейчас упадем. Ай-яй-яй, да что? Нет! Эта штука изогнулась. Ребята, смотрите. Она прям выгнулась. Она приземляется. Ребята, ждите удара по голове плитой. Бах. О, так красиво. Да. Вот, сейчас приземлится, ребята, ждем. Бермудский треугольник. Ой, я как муха, я чувствую себя мухой, меня сейчас прихлопнут, смотрите. Это мухобойка. О, да, и шмяк. Какая тень от нее здоровая. Ребята, прощайте, вы были хорошими пацанами. А я выжил. Все. Тот, кто есть, ладно, давайте, ребята, берите своих любимых аниматроников. Да, давай. Наконец-то. Так, у нас же веселье только начинается. Вы думаете, это все? Мы с этой плитой максимум выдавим, чтобы было весело всем, кто смотрит. Так, я зафризил. Подожди, а кто будет ставить этот шарик и расфриживать? Ладно, давайте я поставлю шарик. Максимально посередине. Чпоньк. Ага, пилпак. Сейчас приготовлю пилпак. ФНАФ 6. Я знаю. Я буду Лефти, который идет на работу, мой любимый. Так, ну что, вы готовы? Это... Все, ребята, взяли, быстрее до края. А я иду в пиццерию на работу. Помогите! Блин, а что нас тянет вниз? Ну, кабака, ну, вонючая кабака. Ну, что такое? Нет, я сейчас упаду. Я первый останусь. Нет, я висю еще, я на соплях висю. Ребята, это эпик. Нет! Ладно. За пароли, не спорю. Нет. Кто выиграл? Он, замечательно. Он такой маленький по сравнению с нами, смотри. Черепиздрик.
что? Я? Так, приземлились. Давайте еще разок попробуем. Ну что, кабаны, вы готовы? Это кто? Димас! Ого! А что это за хэдкраб такой вонючий большой? Он крутой. Много его. Так, вставайте, вставайте все сюда, посерединке, ребята, давайте. Нам надо эпик сделать сейчас. Так, ну что, полетели. А я иду, иду на работу в пиццерии. Я так люблю эту песню. Так, быстрее сюда. Надо сразу, ребята, надо заранее перевес сделать. Не ждать, пока нупы. Вот теперь получается у нас. Вот теперь на победителя. Кто затащит? Нет! Да. Да. Сразу-сразу бежите наоборот. Только переклоняйте, сразу бежите в другую сторону. Так, да, так, да, так, да, так, да. Так, отлично. Фух, я чуть не упал. Блин, а мне нравится хэдкраб. От него воняет. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Блин, хорошо поднимаемся, уж больно хорошо. Надо, короче, сделать какую-то встряску вам. Буду стоять здесь на краю, чтобы вы упали все. Прощайте, пацаны. Нет, я сейчас упаду. Я не могу тпхаться, прощайте. Блин, выиграл Фокси. Волчара, ты выиграл. Ну что, вы готовы, пацаны? Ну, что ты орешь? А кто расфризывать будет? Давай я. Давай. Так, все. А, у меня фух, я думал, Гаррис Мод вылетел. Ну нет, все у нас отлично. Все, полетели. Полетели. Летим, летим. А я скрабейби, бейби, катаюсь на коньках. У меня новая песенка. Блин, мы затащим все. Давайте наша цель долететь до верху, чтобы никто не упал. По времени сможем мы или нет? Мага не может даже это, до верха добраться. Ребята, напишите в комментариях, долетим мы до верха или нет. Будет интересно почитать. Блин, нет, 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 я тащу. Нормально, нормально. Теперь сразу в другую сторону. Во, мы выровняли плиту эту вонючую. Так, так, так. Еле-еле хожу, как старик. А что с тобой? Я тоже могу на конячках сидеть. На картофанах, как гопница. Ты чуть не упал. Кто-то упал? Смотрите, как я. Нет, не, я еще все упал. Живые. А, я... Тихо, ребята! Тихо, тихо. Все валяются. Нет. Тут. Ты проиграл? Нет. На соплях. На соплях. Сопли у тебя крепкие. Раз аниматроника выдерживают. Так, мага, давай это специально делать, чтобы это... Все, это конец карты, ребята. Нет? Конец карты. Да, конец карты. Я убираю шарик посерединке. Полетели вниз. Упал кто-то. Это я упал. Бывает. Что с тобой? Что с проволочным чудиком? Нет-нет-нет, я выживу. Ай-яй-яй-яй, что меня кидает? Как-то странно. А кто последний остался на плите? Я. 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 А нет, там еще один кто-то есть? Блин, я думал, я победил, а я не победил. Так, плита падает. Ловим, ребята, плиту. Так, все, зафризил, ребята. Ставлю шарики. Давай. А, я буду этим... Как он? Игнайтед Бонни. О, может, давайте на машинах попробовать стоять на ней и выезжать? Давай, на тачках. Давай. Это, кстати, будет хорошая идея. Ребята, берем тачки все. Только легковые, маленькие машины. Большие кабанихи не берите. А мы не можем машины ставить. Да, я знаю. Сейчас я расшарю, ребята, подождите. Маса, давай на тракторах. Два на тракторах, давай. Все, садитесь на тачки, ребята, садитесь, начинается веселье. Так, давай. Моя. Ой, не тянет, сейчас буду шарики добавлять, ребята, подождите. Давай, давай, давай. Я покатаюсь задом. Мага, давай это, встретимся задом. Ой, я не то нажал. Я задом еду. Да садись ты. Челик, садись. Димас, это невозможно. О, все, 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 все. Едем, едем, едем. Так, ребята, все, дубль 2, 4 трактора и мощные шары. О, я знаю, что я сделал, чтобы было веселее. Я поставлю еще по углам по одному. Это будет вообще эпик. Вот это сейчас будет... Это, ребята, это будет очень быстрое ускорение. Вы готовы, трактористы? Да, капитан. Ой-ой-ой-ой-ой. А как расфриживать? Забыл, какой кнопка, чтобы физдан в руки не брать, не? Ладно, я расфриживаю и сажусь за руль. Мы летим, мы летим. Давай-давай-давай на тракторе сюда, в эту сторону.
Все попадали, ну это сложно. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Dark Dragon, The Robit, Quest, No Trady, Ванек, Хундзел, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем выживать на воздушной плите. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживание. Ну что, пацаны, все прошу на воздушный корабль под названием плита. И сразу скажу, что старайтесь держаться середины. Выживание началось. Все, погнали. Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Короче, самая лучшая тактика — это держаться середины. О, и, кстати, хочу еще сказать, ребята, что эта карта настолько большой высоты, что мы будем лететь очень долго. Ну, кто-то упадет. Так, короче, знаете, что, Серега, надо нам делать? Да. Провокацию нападения. И мы с тобой должны остаться вдвоем. Да, я хитрый житель. Смотрите, как всегда, ребята, классно. Запасайтесь печенюшками, всякими вкусняшками, потому что ролик предстоит очень веселый и угарный. Давай, давай, давай. Эй, а чё мне в шарик дамажит? Так, мы пролетели всего третью часть карты. Если это был Биг Сити, мы бы уже до конца долетели. Эй! И что, никто не упал? Пока нет, пока все стоят. Вот, блин, я еще взял Чику эту вонючую, она медленная. А я взял сломанного Бонни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да блин, Бенди. Серега, ну блин, а! Я упал последний. Блин. Серега, ты что, выиграл? Да, я выиграл, получается. Блин, Серега, это очень честно с твоей стороны. 3, 2, 1. Выживалочка пошла. Вот это скорость. Уже кривовато. Эй, Сережечка. Короче, напишите, ребята, в комментариях, сможем ли мы вот раз за всю эту серию долететь до края карты. Я думаю, что сможем. Давайте сейчас, ребята, именно сделаем, чтобы мы все долетели до края карты. Давайте все середины старайтесь держаться возле шарика центрального. Тогда мы сможем сбалансировать как-то. Во-во-во-во. Не? Серега, ну ты специально делаешь, чтобы не, а я хочу, да. Мы даже в тот раз не пролетели четвертой части карты. Она просто высокая настолько, что мы будем еле землю видеть. Потому что эта карта сделана для самолетов. Да, для самолетов и вертолетов. Боевые действия здесь можно. Наверное, надо нам будет, Серега, записать здесь боевые действия вертолетные. Да. Вертолетные, артиллерию, танки, пушки, много чего другого. Смотрите, как все бегают и не хотят падать вниз. Я тоже не хочу падать. Но я буду держаться середины. Все бегают туда-сюда. Я буду стоять. О, кто-то взял марионетку, которые по воздуху летают. Видите, как они все бегают по кругу, а я просто смотрю и угораю. Но держись середины, потому что середина — это середина. Когда вы можете упасть и не упасть. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Да кто это делает? Вы наклоняетесь сильно. Серега, ты за какого аниматроника играешь? Я на этот Бонни. Ты взял... А чё ты провалился? Чего? Что за магия вне Хогвартса? Серега, ты провалился... А чё за бред? Ты не должен был проваливаться. Я видел, как ты просто как терминатор улетел вниз. Терминатор убийца. Киборг-убийца. Полет нормальный. Так, ребята, мы уже долетели больше половины карты. Смотрите, просто небо уже. Ничего не видать. Давайте я покажу, ребята, насколько здесь большая высота. Уже небо не видно. Осталось чуть-чуть, ребята, и мы сможем долететь до самого края. Еще осталось 10 секунд, это может 15. Кстати, обратите внимание, что плита разогналась, и мы уже прям хорошо, быстро летим. Серега, нас видно еще снизу? Да, видно. Вот, это челик пытается телепортироваться к вам. А это зря. Да, зря. А сколько людей упало? Раз, нас осталось 5 человек. Упало. Да, трое упало. Все-таки я надеюсь, что кто-то еще упадет, но не я. О, блин, а тоже, Серега, чуть опять тоже сквозь плиту не пролез. Да блин, я не знаю, я бы так и до сих пор держался. Нельзя держаться, надо падать. Ого, сейчас будет Серега падать. Сейчас будут люди падать. О, наклоняется уже, наклоняется, сейчас упадут. Нет, Серега, нет. Я хочу еще, нет. Балун Бой остался вроде последний или кто-то. Офигеть, ну это же нечестно.
Я за эндоскелетушку. Он очень быстрый. Серега, ты какого аниматроника взял? Я не менял, я до сих пор игнаю. А, ну смотри, чтобы опять не провалился. Эй-эй-эй, тихонько-тихонько, плита сегодня наклоняется. Че, в этот раз мы долетим до конца карты? До конца? Не знаю. Надо спросить тебя, Дима. Ну я не знаю, я-то хотел, а вы не дали мне. А вернее, у плиты надо спросить, как она себя поведет. Плита, дай долететь. Не дам. Я буду, короче... Да не, дай. Толстые аниматроники выживают на плите. Что за ады? Тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, а ну блин, говно, плита. Я стал... Я последний упал, ребята, наконец-то я хоть чуть-чуть выжил. Так, я был эндоскелетушкой. Так, ставлю еще одну плиту. Третье выживание было неуспешным. Сейчас, надеюсь, будет все хорошо. Где наш дубликейшн? А сколько выживаний будет вообще? А я не знаю. Я хочу, чтобы все-таки была эта серия, когда мы все выживем. Желтая плита более счастлива. Так, ну что, пацаны, готовы? Три, да, я два, готов. Один. Выживалочка началась. А я бегаю законченную марионетку. Кстати, я могу маску снять. А не, ничего это не снимается, это другая марионетка снимает маску. Да. Так, бегаем, бегаем, бегаем. Ты взял эту Nightmare, да, марионетка? Да. А я взял этого SDKF Jack. А, я понял, какие-то матюки говоришь нам тут. Посмотри, как он... А чё он так двигается странно, руки в боки? Анимации нету даже бега. Ребята, ну вы сейчас так бегаете, и мы свалимся опять. Надо очень осторожно бегать. По кругу, да, я так понимаю, надо, Серега, бегать, чтобы выживать на этой плите? Да-да-да. Давай, давай, давай. Я вас верю, пацаны. Кажись, его коронной формы бегать. Стоим так, себе. У нас 8 человек. Нас же 8 человек. Да, да. По углам распределиться по 2 человека. А вот я вижу, что мы сейчас сольемся опять. Только наклоняется плита, сразу в другую сторону бегите. И тогда вот такой будет баланс таким образом. Да, да. Было бы прикольно, да, на ребре плиты выживать? Это вообще... Это как Титаник, который пополам сломался. И на него садишься. У меня самая лучшая тактика. Стоять посередине и смотреть, как пацаны бегают. Эй-эй-эй-эй, вы сейчас опять наклоните чересчур. Сразу в другую сторону бегите. У этой плиты есть инерция. Кстати, он очень... О, кто-то упал. Упал. А кто-то упал, да, раз, два, три. Уже двое упало, Серега, осталось... Да, да, шесть человек. Я до сих пор стою, Дим. Я вижу, я вижу. КСФГНДЖ. КМНАВ. Так, ну что, давайте все-таки, ребята, попробуем долететь до края карты. Очень хочется посмотреть, что с этого будет. Если мы долетим до края карты, выиграют все. Победит дружба. Да, да, да. Хотелось бы, чтобы победила дружба. Но я вижу, что это может не получиться. Надо прям быстрее перемещаться от края до карты. От края до края. Так, молодцы. Ай, блин, дамажит. Да шарик дамажит. Он какой-то этот... Сильно такой дрожащий. Найдешь спокойно. Эй-эй-эй-эй-эй, буду вам помогать. Сразу, когда угол этот поднимается, сразу бегите на противоположный. Во-во-во. По кругу. Во, кстати, вот, хорошая тактика. Бежать по кругу. Отлично. Отлично. Че, еще никто не упал? Не пока. Молодцы. Держатся самые лучшие. Так, ребята, мы уже больше половины поднялись. И это означает, что вот-вот и финиш, когда мы все победим. Челлендж. Попробуй подняться до края карты. Эй, почему? Ну, какой-то тяжелый аниматроник порит всю игру. Жирный какой-то из нас. Так. Быстрее, быстрее, да, быстрее нет, сюда. Мне интересно, если одному быть на плите, возможно подняться на самый верх? Можно. Ну, равновесие будет тяжело это соблюдать. Не, ну по кругу так само, да, наверное, бегать? Пока инерция плиты соблюдается. Как псина, я понял. Четверо уже упали, и четверо остались. О, ребята, остались самые умные и прохаванные аниматроники. Давай, 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 пацанчики, молодцы. Молодцы. Давайте попробуем по углам распределиться, давайте для прикола. Да, да, да. Так, я стою на самом краю. На самом... Все, так и стой, так и стоим, ребята. Отлично. Ребята, у нас получилось. Край карты. Край карты. Ну что, давайте битву попробуем сделать. Каждый друг против друга.
А я ж не смогу. Ах ты жопа, Сережка, всех убил, да ладно. На тебе тогда тоже падай вниз. Мой труп летит вместе с тобой. Я всех замочил, на-на-на-на-на. Прикольно получилось, мне понравилось. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, спонсируйте группу ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Ba-ba. It's delicious.